Ребятки, всем привет! Сегодня у нас закупочка была. Я вот приехала с работы, Санек мой закупил на 13 520 тенге. Короче, диета, ребятки, очень дорогая штука, я вам скажу. Вот мы что купили. Мы купили вот такую курицу. Килограмм 997 тенге на 2058 тенге. Вот такая курица. Берем. Это наш Акнар. Ну, карагандинцы знают. Короче, вот такая курица вышла на 2 килограмма практически. Что мы делаем? Следом, Саш, дай вот рыбу. Взяли вот такой минтай, но Саня уже его почистил весь, вот по таким кусочкам, ребят. Потом... Еще не мыли, еще помыть надо. Да, мы сейчас промоем еще. Уже Муська кусок один утащила. В общем, вот так вот по кусочкам разделали. 4 минтая, 1900. 1900, 4 минтая. Разделаем по порционно и по пакетам в этот, в морозилку. Буду готовить запеканки. Я решила, переходим на запеканки. Вот. Так, ну это Муся. Это Муси 4. Это кошачки. Кошачьих корма. Так. Ну, говорить не буду, но буду вот, где уже на пакетах написано, буду говорить. Вот такая морковка, правда, грязная. Грязная вообще ужас, что делать. Там в ящике я ковырял. Да, по 150 тенге. Да вообще. Не на 254 моет. Тенге купили. Здесь получается кило. Кило 690, ну, кило 700. Морковка это вот на запеканки, на салаты. Хочу сделать, может быть, со спаржей еще салат, может быть, катхе. Давай, Сашана. Вот так вот. Сегодня вышла на работу. Слава Богу, все. Отпустил меня хондроз. Ребят, ну купили, так как блюда диетические, надо придавать им более вкусный вкус. Вкус блюда, чтобы был. Накупили вот приправы. Приправы, кстати, позаканчивались у нас. Хмели, сунели, две пачки. Для блюд из капусты приправы. Кинза, две пачки. Орегано. Орегано, вот это, кстати, хорошая фирма. Приправа для супов. И приправа для супов. Ну, это я буду для супов буду добавлять запеканки. Так, ты меня снимаешь? Или ты вот так? Мое лицо видно? Ребят, взяли кефир Ренмилк 2,5. Вот, это тимиртауский кефир. Так, Санек взял здесь свои любимые. Берем вот такие плавленые сырки. Их можно на запеканку сверху. С него можно сделать салат, чесночок. Какой-нибудь обезжиренный йогурт, либо сметану. Но сметану мы решили брать 15% по-любому. Пусть диета не диета, но я как бы почитала, поинтересовалась, что молочные продукты надо брать не меньше 3,2. Вот, сметану не меньше 15%. Вот. Ну, конечно, там уже не пакетами добавлять, а пару ложечек в ту же запеканку, в тот же салатик. От майонеза мы отошли. Вот. 6 таких плавленых сырка, молочко, молочко мы уже показывали, берем такой вот натяже, пару пачек, еще на тот чек еще какой-то. Да, это чек это. А, это тут. Ага, что у нас дальше? Да. Муся. Муся, Муся попадает Муся. Что-то. Муся. А, я. Так. Так. Муська, у тебя упало этот, подожди сейчас. Не упал он, она теперь будет сидеть. Могу сейчас, да. Сидеть. Посмотри. Сейчас ляжет на него. Она любит лежать на этом еде. Муся. Так, ну и пакет овощей. Взяли лучок. Лучок у нас вот пучок за килограмм. Килограмм стоит лука 3105. Вот пучок вышел на 450 тенге. Укроп. Килограмм стоит 2160, пучок на 212. Короче, золотая зелень. Подорожало что-то вообще резко. Все подорожало.
Что это у нас, кинза? Петрушка. Петрушка 1890 на 163 тенге. Так, вешенки, наши любимые вешенки. Так, килограмм стоит, вообще ничего не видно, 840 тенге на 462 тенге. Но это хватит нам, ну, наверное, запеканки на 3. Ну, перчик какой хороший взял. Перец болгарский, 1500 за килограмм. А здесь у нас 508, ну, 600 грамм на 882 тенге. Чесночок на 324 тенге, вот здесь 5 штучек. Килограмм стоит 1200. Если в России смотрите, то из расчета 1 тенге это будет 6 рублей. Это вот если 6 тенге, то значит делите... Нет, если 6 тенге, то делите на 6, это будет 1 рубль. Ну, в общем, как-то так. Короче, вот то, что я говорю, делите на 6, это будет в российском рубле. Помидоры. Помидоры прям такие хорошие, миленькие. Ну, это наш, карагандинский. Да, карагандинский. Тепличный. Тепличный. 780 тенге, здесь кило 140, на 890 тенге. Ну вот, кстати, помидоры меня порадовали. Ну, еще какие на вкус еще не пробовали. Да, попробуем. Три огурца за килограмм 1164, на 817 три огурца. Здесь получается 700 грамм огурцов. Ребят, это на салаты. И такая вот пекинская. Захотелось пекинской. Наша капуста хорошо хранится у нас и в гараже. Вот. Но захотелось такой капусты. Потому что у нас вот такие кочаны в гараже. Помните, мы же вырастили вот этот мегатон. Вот. Он у нас хранится в гараже. Мама солит и капусту. И иногда передает. Не иногда, а солит на две семьи. Короче, мама солит, Сашина мама солит. Короче, они нам солят капусту. Вот. А так вот большой вилок для нам вот брать домой, это очень много. Ну, взяли вот на салаты и на запеканки. В общем, ребят, буду готовить, буду показывать. Что это? Мандарины, Саш. Мандарины. И берем мандарины, вот такие мандарины. Так. Практически на 2000 мандарины. По 950 тенге. Это как их, марокканский. Марокко. Мандарины Марокко. Все, ребят. Вот и вся закупка. На 13 тысяч. Вот что купили? Ну, 13 почти. Плюс рыба 15. Ну, плюс там, плюс-минус. Аня сигареты взял, да, себе. Боржоми. Да, минералку взяли. Что? А так вот, что из продуктов? Вот ничего не купили? Да, ничего. Ну, а главное, ребят, на диету мы сели. Уже как бы идут у нас результаты, у нас уже идут. Такое, знаете, легкость присутствует. То, что вот я хочу поделиться тем, что, конечно, начало движение, как бы движение, чувствуешь, что ты двигаешься, что ты поднимаешься на свой этаж, меньше задыхаешься, как бы, ну, вот в этом какие-то положительные результаты есть. Вот. Ну, у меня пока минус 4700, у Санька уже 10. Больше. У Санька уже 10. Больше. Но сегодня еще будем взвешивать. Сегодня. Ну, все, ребятки, еще Санек сегодня, ему перевалило зайца. Где-то он зайца нашел. Ну, не нашел, зачем? А, он сегодня ездил на дачу, кстати. На даче был. Сегодня у нас подписчица Юлия, привет, землячка, они живут в России. Она сегодня меня сбила. Вы, говорит, на дачу ездили? Я говорю, нет, не ездили. А что вы не ездили? Надо же проверить. Ну, я вот Санька говорю, Санек, давай ноги в руки и езжай. Ну, да, сейчас. Короче, проверил, ставим мы в этот ролик видео про дачу. Короче, что там хорошо, слава богу. И, короче, подстрелил там зайца. Сейчас я сниму отдельно. Все. Ну, давай, Санек, показывай. Да, ну, заяц, он крови сколько. Не буду смотреть. Заяц. Заяц. Эй, заяц, пойдем. Ничего себе он какой. Он что, с ушами? Да, это какие уши, это вот. Это ноги у него. Я думала, это уши. Нет. Вот он на две части.
порезанный. Так что вот грудина, лапы, это зад. Ну, большой заяц, конечно, да. Но заяц это диетический мощный, продукт. Мощный, смотри, какой мощный. Мясо сколько. А ты-то что, дорогуша? Это вот у него друг ездил. Ну, расскажи, что-то. На охоту ездил. Ну, на камеру скажи. Да, да, ездил на охоту. Вот настрелял зайцев. И вот да. Угостил нас. Угостил нас зайцами. Зайцем. Зайцем. Он его сам разделал. Он его почистил. Все, нам осталось только его помыть и приготовить. Угу. Так что ну, все. Будем пробовать зайца, запеченного с овощами. Или как затушенного с овощами. Ждите рецепт, надо его промыть хорошо, да? Да, Саша? Его надо вымачивать. Открой. А его чем стреляли? Дробью? Ну да, конечно, с ружья, но не с палки. Вот на зуб попадет. Надо смотреть, где вот он где попал. Сейчас вымочим и посмотрим, куда в него стреляли, куда попали. Может, вытащили. Ну, в общем, как-то так, ребятки. Да, вот заяц. Ну, все. За закуп продуктов у нас на неделю мы сделали. Заяц у нас есть. Все, ребятки. Диета. Только диета, ребят. Все, мы настроены. Вы наша мотивация. Да. Да, следите. Мотивируйте нас. Прям обзывайте нас. Колобки, толстяки. Критикуйте нас, да. Прям вот мы будем рады. Мы не обижаемся, мы сами себя критикуем, мы сами себя называем толстяки, жиряки, толстопузы. Поэтому мы самокритичные люди, ребятки. Да, Сашёна? Конечно. Поэтому мы рады, что вы нас критикуете. Правильно говорите. Ну все. Так, ну вот он, все, мы зайца разделали. Такая чашка. Здесь килограмма, наверное, 3 или 4. Большая чашка, все, заяц вымачивается. Разделили его по кускам. Тут и сердце, и печень, почечки тут. Все тут. Хороший заяц, очень большой. Мясной. Что будем готовить? Будем готовить какой-нибудь этот, тушить его, как запекан. Как затушить? Тушить в казане, да, с овощами, что его. Тут натушим, посмотри, какие кусочки. Расскажи, как отмачивать будешь? Отмачивать надо часов 5, его говорят. 2 часа отмочиться, потом помыть, смыть, слить, опять залить. Так часов 5. Ну, так сказали, как отмачивать, потому что он весь... У нас Саня не охотник. Да, мы это не охотники. Мы охотники за жареным уже. Да, он жалеет. Да я не жалею, что его жалеть. Его-то уже застрелил кто-то. Вот такой вот заяц. Ты вот так пошаруди рукой. Заяц. Вот он. Да, он уже кровь идет, вот пускает все. Промывается прям в куски. Мясо. Где-то я тут сердце, вот сердце. Дурить. Сколько билось оно. Вот куски. Замечательно. Ну, попробуем зайца потушить, что ж. Вкусно. Ждите видео, как тушили мы зайца с овощами, со всеми приправами. Да, зайц что-то диетическое. Еда. Дорога на дачу есть, вот она накатанная, все нормально. Такая же на самой даче. Все нормально вроде. Откопал калитку. Дверь открыл. Ну, так что уже заходили.
Так, снега не очень много, все нормально. Закрыто. Под замком, ничего не разбито, все в целостности, сохранности, охрана работает, кухня тоже закрыта, беседка, все нормально тут, беседки снега нету, так чуть-чуть тут мангал-шангал. Стекла целые. Вот он, огород. Все на месте. Снега не очень много. Мало. Деревья накрыты. Березка. Все, в принципе, на месте. Елки. Елки-палки. Все закрыто. Все нормально. Хорошо. Никто не лазил. Никто ничего. Ну ладно, будем выходить домой. Топтать много не будем. Так что сугроб. Вот сугробы. Что тут мало. Небольшие. Все, закрываем, выходим. Находились по снегу. Так. Так, ну все. Закрываем. Так, ну вот и все, вот снег есть. Улица, сегодня тепло. 1 февраля. Вот мы появились на даче. Красиво. Красиво, машину там поставил. Около Ваньки. Сюда не стал ехать. Дорога есть, охрана ездит, все хорошо, забор стоит, все на месте, все. Снега мало, да, в прошлом году было больше, ну все, ладно. Ну все, ребятки, короче, закуп мы сделали, все, в общем, следите за нашим рационом питания, будем делиться с вами, что мы готовим, что мы делаем, как мы все это употребляем, вот, и будем делиться с нашими результатами, ребятки. Все, вы наша мотивация, обзывайте нас, ругайте нас. Говорите, Вика, ты неправильно ложишь, ты ложи меньше того, а то мало ли, может, я там заиграюсь, где-то масло добавлю, где-то майонез. Шучу, ребятки. Ну ладно, нам самим, как бы мы уже пришли давно к этому, но мы решили, что мы после Нового года сядем на диету. Все, время пришло, с 11 января мы сидим на диете. Будем худеть медленно, не будем торопиться, потому что быстрое похудание никогда к хорошему не приводило. Потому что я всегда худела быстро и всегда набирала вес. Всю жизнь я боролась с лишним весом. Я это все знаю, все читала, все диеты пробовала. Так что, ребятки, ну, все. Пожелайте нам удачи. Все, пока-пока, пока-пока. Любим вас. Пока. 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 Пока.